Так, друзья мои, ну а это уже совершенно другая петрушка. Это топливо BR Fuel 109X. Это чуть-чуть, ну как-то более облегченная версия, или как это назвать, чем BR Fuel 109 просто. Вот, ну у него такой же октан 109. Это все тот же двигатель. Вот я шлепнул, блин, жрет он, конечно, я поменял форсунки на другие, просто адски, но, вот я шлепнул два прогона у вас, вот они здесь, вообще я шлепнул их 6, и вот смотрите, мы получили 575 сил на 700 момента и 578 сил на 702 момента, они практически один в один шлепнули, и я просто на самом деле... Он так реагирует на топливо, на октан, на угол, что прям. Мягко скажем говоря, я честно даже так подфигил. Ну, где-то чуть-чуть я перекрутил, не докрутил, потому что все-таки тоже как бы, но... Это как бы вот, пожалуйста, вам реальные цифры. Так, он получил здесь момента больше, даже на более низких оборотах максимум. Ну да, тут где-то что-то провалилось. Удивительный момент, который я заметил. В одном ряду свечки были вот такие, закрученные, а в другом иридиевые. У них одинаковая калилка, но чистятся эти в 1000 раз лучше. При этом смесь у них 12,4 сейчас. А выглядят они вот так. Такое.